Еще раз всем здрасте, ребят, с вами Тиран, мы продолжаем стрим игр Natus Vincere против Team Empire, и это было 3, и сейчас мы будем смотреть за второй игрой. Давайте врываемся. Что ж с плеером такое-то? Сразу попадаем на стадию банов пиков. Ставим свободную камеру. И что, сразу Пупей банит котла? Ну да, котел только что неплохо так нараздавал своими задувками. Довольно-таки больно было команде Нави. И Веспа, конечно же, Веспа. Веспа сразу банит Пупей. В ответ Габлак банит Нюкса и Бэтрайдера. И сразу же Пупей, пока есть возможность, забирает Дарксира. Ну что же, ребята, наверное, ну Габлак, надеюсь, забанит сразу же, во второй стадии банов забанит Нагу, потому что будет больно. Андаинга пикает нас Габлак, и вторым пиком он заберет, интересно, кого же заберет. Гирокоптера. Понравилась идея. Габлаку понравилась идея Пупея отправить гирокоптера в хард лейт. Довольно-таки неплохо может у него это получиться. Ну, посмотрим, как реализует у нас команда Empire пик гирокоптера. Так, ребят, кажется, я все-таки справился с лагами, но слишком-слишком поздно. Слишком поздно я это сделал. Найкса забирает Пупей. Вот это да! Вот сейчас хвост им покажет. Да-да, ребята довольно-таки расслабились. В прошлой игре отдали ребятам Веспа, хотя знаю, что Эмпайры довольно-таки неплохо реализуют пик Веспа и Хаус Кнайта. Чаус Кнайта. Боню! Боню забирает Габлак. Ну слушайте, Бонич так-то под своим первым скиллом может Найксу-то, пока он до него не добежал, навалять это люляшек. Люляшки. Шадоу Демона банит команда Empire. Довольно-таки странно, почему не хотят видеть Шадоу Демона. Себе бы забрали. Ладно, посмотрим. И Бейн у нас улетает, чтобы не контрить никак лайфстиллера, потому что, ну, Шадоу Демона уже забрали в бан. Остается только Бейна. Сразу улетает ТХД вместе с Ченом. Да-да-да-да-да, тут, короче. Дизель просит показать кое-что. Не знаю, можно это, ну, прочекаем. Банится также у нас Enchantress и Рубик улетает в бан от команды Na'Vi. Ну и смотрим последние два бана. Ой, пика. Тут заговорился совсем.
Так, квапа. Квапу забирает Пупей, будет квапа у нас стоять в миде. Ну что, забанили Рубика, возьмем квапу, почему бы и нет. Хотя, если бы Рубик стырил ульту Гирокоптера, было бы неприятненько, довольно-таки неприятненько. Лина! Вот это интересно. Ну что получается, квапа, мид, Дарксир, соло. Ну, Гирокоптеру это не помешает никак зафаривать. Ну и да, именно поэтому, наверное, Габлак взял у нас Гирокоптера, чтобы он мог спокойно стоять и фармить против Дарксира. Лина будет с лайфстиллером помогать ему фармить себе нагибательские айтемы. У ребят. Ну, Боня будет стоять соло. Гирокоптер будет стоять в трипле. Вместе с Айндайнгом и вот последним ластпиком Габлак должен будет взять кого-то в саппорт Гирокоптеру. Ну, а скорее всего Бонич и Пак будет стоять соло. Ну, Пак соло мид против квапы, а Боня соло хард. Ну, а что есть инвиз, есть бег, почему бы и не отстоять так-то. Довольно-таки тяжело его будет цепануть, он как вивер, только Боня. Ну и ластпик от Пупея. Что же это будет? Венга! То есть стан-стан-килл. Стан-стан-задувка-килл. Стан-стан-задувка-килл. Ну, правда, есть возможность то, что в этом замесе кто-то из двух саппортов будет отъезжать. Но, может быть, мы все-таки увидим игру трипл на трипл, хард соло на соло и мид на мид. Довольно-таки давно не было таких у нас пиков. Ой, ребят, спасибо за комментарии. Как выглядит Рубик в ульте зомби? Ребят, маленький зомби. Маленький-маленький зомби. Ну и какой же будет ластпик от Габлака? Ну, ребята, блядь, Нави вообще серьезно подошли к этой игре довольно-таки. Блин, хочу трипл на трипл. Вот хочу вот это вот. Давно этого не было. Очень давно. Леса, леса, леса. Кто, ребят, научил фармить лес? Кого же пикнет Габлак? Кого же? Нави не выиграть без Дендика? Ну, не знаю, ребят. Посмотрим. Может, что и получится. Так, пропустил последний бан. О, пик. Свен! Свен! Провал. Ну что ж, посмотрим, как ребята реализуют Свена. Если его сгнобят, то сгнобят. То-то-ро-то-ро-то-ро-то-ро-то-то-то-то-то-то-то-то. Это ж слов нет. Как же это будет больно. Ну чё, трипл на трипл? Да ей же ж! Трипл на трипл, пацаны! 30 seconds to battle. И да, и Лост будет фармить леса, как я понимаю, да? Или всё-таки уйдёт в хард? Нет, погоди, чё происходит-то? Чё происходит? Эй, воу, воу.
Есть маленький прикол. Давайте посмотрим его. Как называется маска у Фаника? The battle begins! Никак. Double damage! Дизель! Опять Дизель меня подставил. Ну да ладно. Берет у нас ДД, берет Лост. И что? Будет ли это прокачка? Ну нет, Бонни, он вообще ничего с Бонни не сделает. Да, ребята, это будет трипл на трипл. И Свен роуминг, как я понимаю. Есть одна манка. Три веточки. Ну, вполне возможно, что Свен все-таки будет роуминг. Ну, вот он, поехали! Заметло, стан! Второй стан будет у нас, смотрите. Ой-ой-ой, как у нас больно-больно проседает у нас хвост. И что, ФБ? Да, ребята, просто забрали ФБ. Приходит Свен. Ой, поздно ты пришел, братан. Слишком поздно. Забирает Вингу. Но, ребят, ФБ-то за Нави. И это хорошо. Ну, Эмпайр довольно-таки не растерялись. Забрали все-таки Вингу. Блин, был бы Свен. Не было бы ФБ. Не было бы ФБ. Не было бы ФБ. Но Свен пришел слишком поздно. Так. Ах, даже вот так. Как я давно не видел Дарксира, просто стоящего за Тауэром. Неприятно, да? Неприятно тебе. Дизель, тебе выговор. Ну и что? Па-пам! 200 голды имеет преимущество на снайпе. Ну, за счет ФБ, конечно же. Как же по-другому-то? Ну, Квапа против Пака. Ну, стандартный довольно-таки мид. То есть, в лед сало, там, крик, шифт. Ну, ребята нормально будут стоять. Квапа умеет прыгать. Пак в это время умеет откидываться арбами. Приходит Габлак, мешает нас тут фармить. Ой-ой, цепляет нас Смайлуху. Ай-яй-яй, как дает стан Тали на вторых. Но это никак не может спасти нашего дорогого Смайла. Ну, хвост, хвост, я в тебя верю, братан. Ну, блин, на первых левлах, конечно, от одного стана Свена будет, Пупей будет получать просто там, не знаю, ну, почти пол хп в лицо от стана. Плюс еще рассказ гирокоптера. Очень-очень много дэмэджа. Но если еще будет у нас габлак харасить дикеями, то это будет вообще неприятно. Так-то. Приходит на смайл. Ага, пошли дикеи. Пошли дикеи на небольшой отжорчик. Не максит тамбу, максит у нас хил. Ну, может быть, на разок. Не знаю, посмотрим. По крипстату 18 крипов у нас имеет Дарксир. И всего лишь 15 имеет у нас Бонич. Но вот тут будет основной замес, вот тут будут основные драки, вот тут будет основной экшен. Поставился у нас антипульный вард, забыл об этом упомянуть. Проедает у нас Лина все, что только можно. Ну и пока что затишье перед бурей. Ну опять у нас приходит просто Дарксир, начинает жрать крипов по КД. Есть у него, будет у него худ. А нет, ой, цепляют, цепляют у нас гирокоптера. И гирокоптер, ой, как неплохо так отхилил. Кто же первый умрет, гирокоптер или Лина? Гирокоптер или Лина? Нету больше маны на стан у Свена. А вот у ребят-то есть. У Лины точно. Никак не разменялись, друг друга попинали, похарасили. Ну так, дружески, любля, погрызли за ногу. Ничего страшного. Это можно, это позволительно. Мне вот интересно, почему? 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 Ладно, это я. Мы так, мысли вслух. Ну, всего лишь на два крипа перефармливаю Дарксир, в то время как у Бонни задонял своих двух крипов. Ладно, буду звать его Клинкс. Так будет, наверное, привычнее. Ну, постараюсь звать его Клинкс, мне привычнее Боня. Боунд Флетчер в первой доте. А здесь он просто Клинкс. Давай, стан, цепляй. Я знаю, ты хочешь. Давай.
Давай, Сайлен, цепляй. Фаник, пришла у нас Лина помогать как-то Дарксиру. Ой-ой-ой, ультанула, ультанула у нас, ультанул пак. Забрал, хорош. Скандал забирает у нас клопу в миде. Когда сам еле-еле выживает, но все-таки забирает. И это хорошо. Так, и что, будут как-то забирать Бонника? У Бонника там маны нету. Ай, какой стан мимо, Пупей закосячил. Ай-яй-яй, и сразу на хосте уходит, не догонит его Пупей. Не догонит, Фаник нет у него маны на инвиз. Алло, стоит, фармит. Ну отойди же, задынай всех крипов. Ой-ой-ой, еще мог еще люлей получить, оказывается, у нас тут. Вот. Нет, забирает крипов и потихонечку уходит, отхиливается, есть фласочка, ничего страшного. Ну а тут просто, короче, Винга будет помогать фасту не умереть, будет его как-то свапать, станет там, помогать выжить. Ну, 22 крипа имеет у нас Найкс и всего лишь 5 крипов имеется. Ну тут фармит-то блава на вертолете. Свен в роли саппорта. Ну, а может быть и как план Б. Ну, тяжело цепануть. Хотя, если развести как-то его на рейдж, хотя бы станом вертолета, а потом просто прилетит стан с Веном, можно как-то побороться. Но есть еще Винга, которая не даст этого. Не допустит. Она ушла в мид. Куда вернись? Спаси хвоста! Нет, хотят отомстить у нас скандалу. Пускается орб. Видит пак то, что пришел у нас смайл. Блин, как мне нравится этот гривел. Грявл. Такой он прикольный. Ну что, хотел дать стан? Ай, ставится ульта у нас в Вингу, и просто Винга отъезжает! И ничего с ним не может сделать Квапа, ничего! Не убьет. Но есть руна инвиза, может как-то сейчас отпиться там, и... Ну, сразу запивается у нас... Что творит этот малый? Просто даблкил, пришел смайл гангнуть, получил люлей. Нормально. Так, хорошо, у нас тут ласта задувает, у нас Пупей в Клинкса. Мимо! Киржаков! Ой, кто-то сейчас отъедет. Прилетает сюда Свен, и наша Линочка потихонечку отъезжает. Ну, Свен прилетел, сделал свое дело, застанил Лину, отдал Бонни килл. Ту, Клинксу! По губам! Клинкс. А, хвост ушел фармить леса. Вот так вот. Апнул 6-й левел и ушел фармить леса. Ну, правда, страшно против этих товарищей стоять топ. Еще пройдет какой-нибудь Свен, можно как-то и умереть. Ну что же. Ну, больно прилетает ласту. Ну, будет тавить на снегу. Есть уже хедрест, есть баклер. Нуклер-баклер. Ну что, будут нас цеплять как-то Бонни, но Бонни это фулл мана, почти практически фулл мана. Съедает он крипа, и у него становится 900 хп, становится он потолще. Ну ты, парень, встрял, да? Нет. Габлак, чекает руну. Нет руны. Варды кончились, руны нет. Печаль, беда, провал. Ну, а благодаря Саурингу Лост может фармить на расстоянии. Ой-ой-ой, хотят ставиться на сентри, прилетают на стан от Свена. А вот ты уже, братан, можешь... Да как? Что ты, Пупей? Пупей! Ну, Пупей. Ну, хватит фейлить. Ну что же, счет-то 7-1. Перефарм просто уже за 3000 голды на 9-й минуте по экспириенсу. Что ты будешь делать, а? Ой-ой, прилетает Акаша, стягивает у нас Дарксир, забирает у нас Свена. Акаша выживет? Нет, прилетает у нас Стан также в Клинкса. И Клинкс может потихонечку отъехать, пак пытается кого-то харасить. Ай-яй, Клинкс забирает. Дабл килл. Забирает и Вингу, и Квапу. И чуть не отъехал. Кто у нас чуть не отъехал? Ну нет, Дарксир бы не отъехал. Дарксир довольно-таки толстый вместе с Баклером. Он довольно-таки толстый. Вот, наконец-то вышел у нас хвост на главу и разбил ему лицо. Что-то там пробормочал у нас вертолет.
есть у нас есть у хвоста у нас, говорю, господи. У хвоста есть ПТ, есть стик, есть щиток, есть топорик. А почему не фейзы? Довольно-таки странно. Ну, походу, хвост считает, что тут уже нужнее скорость атаки, чем скорость бега. Надо побыстрее наковырять, чтобы слить парня. Находит ДД у нас Квапа. И что? Ой, а вот этого человека можно убить. Можно убить. Включи, залети, убей. Нет, нет, сразу же делается ТП, прилетает сюда пак, и все. Квапа отойдет. Отойди же. Чё ты ждала? Чё ты ждала? Развод. Нет, нет, забирает, конечно, у нас Сандайнга, но получает стан от Свена. Ну, влетел бы ты пораньше, убила бы. Что ты ждала, пока пак прилетит? Ну, хотя, в принципе, не видела то, что пак летит. Так что, ну, нормально. Ну, Пупей, что-то сегодня станчики-то от бога. 120 голды у нас имеет Венга. Есть у нее стик, две веточки. И больше ничего. Ну и варды. Покупать у нас Венга. Видит нас ТП, сразу убегает Дарксир, потому что, ну, мало ли, кто сюда прилетит. Так, делается ТП, прилетает Квапа обратно в мид. И что? Ну, цепаните хоть раз-то. Давайте посмотрим по киллам. 4-0 спака. Опа. Ну все. И опять по старой схеме. Ульт сало орб. Венга отъехала. Ну не хочет у нас Майлух учиться на своих ошибках. 139 хп у нас у вышки. Блин. Со 130 можно денайт, но как-то не, что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Итак, 5-0 у нас уже у Пака, 4-0 у нас у Клинкс. Вот это вот очень плохо. Вот это вот очень плохо. У Фанника 4-0. 3-2 у нас умеет Пупей, 2-1 у нас умеет Свен. Герокоптер 1-1. 1-4, Квапа нафидела просто. Мид. Но пока только 2 ассиста, он умеет Найкс. И просто 6 смертей с Майлуха. Майлуха, фидак. Вот так вот. Пришел Бонич, раскастовался. Ой, Аршит уже у Бонича первым артом. Не стал даже собирать каких там ПТ. Ну, собрал Вайсбэнд и Аршит. И может уже просто гангать, убивать кого-то по КД. Ну, какую-нибудь Вингу, какую-нибудь Лину там. Даже Квапа рассыпется от этого раскаста. Окружают пацана. Прилетает плюшка, да, забирает у нас Боня вышку, плюс 400 голды, есть уже 1400 на руках, есть аршит, есть ботинок. Пока что это все, что нужно Боне. В принципе, ему надо убивать за рассказ, что он делает благодаря скорости двух благодаря аршиду. И что же, влет у нас на Квапу, и что, отъедет? Эх, первый скилл КД. Он называется, забываю, стрейф. Да, стрейф у нас у Клинкс на КД. Был бы стрейф, папа бы отъехал. А тут въезжает у нас опять. А, нет, въезжает на Дарксира. Да, пытался убежать, но нет, тут пришел Свен на помощь. Дал стан, умер. 4-14. Ребят, БО 3. Третьей игры не будет. Ребята, надо что-то придумывать. Надо как-то отыгрываться. Ну как? Ну, в принципе, есть Найкс. Но у Найкса есть ПТ. И армалет. Падает Т1 Тауэр у нас на топе. Вторая вышка в этой игре. И что у нас имеет? 14 киллов у нас имеет команда Empire. И две вышки они забрали в топе и в миде. Господи, мне страшно открывать. Страшно. Так, соберись. 5000 голды. В это время Фаник... Где у нас Фаник? Фаник в миде у нас забрал Квапу, опять же с Аршидом. Имеет 200 голды. Ну, это будут криты. Ну, какой-нибудь, может быть, ПТ, может быть, сразу криты. Непонятно. В принципе, криты сейчас будут как-то по... поприкольнее войдут у нас. Клинксу. Ну и что, будет драка? 2 в 4. Драка. Блин, ну, может быть... На игре сказывается игра одного стендинга вместо Дэнди. Ну я непонятно, есть какая-то инфа, что это Дэнди, есть инфа, что это не Дэнди. Пока непонятно, что происходит. И вот он, товарищ, ждет. Кого? Вингу. У нее стан. Ага, пока. Выбор пал сам по себе.
Ух, какую плюшку получает Пупи. О, еще и стало орб прилетает у нас. Нет, нет, не прыгает, не прыгает у нас на орб пак. А Свент фармит станами крипов. Ну что, попытался цепануть, не получилось мне цепануть Свена. Ну что, нашла ее. Ой-ой-ой, может умереть еще до того, как заберет Свена, стягивает сюда Дарксир. Ну и что, разменяли Свена на Квапу. Ну, Бонни-то жив. У Бонни-то 2900. Хвост. Хвостик. Гав-гав. Ну давай, псина. Выходи уже, помогать надо. Ребята-то что-то не терпят. Ну, пытаются терпеть, но не получается у них ничего. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Что с андайнга? Давайте по артефактам пробежимся, пока ребята разошлись по лайнам. Итак, ботинок, вайсбенд, центри, ТП у нас имеет Лина. У хвоста ПТ, стик, армлет, топорик, ТП, щиток. На квапе нет ПТ, кроме ПТ, батлы и вайсбенда. Ну и, конечно же, ТП нет практически ничего. Ну, у Дарксира вот есть мека, есть Сауринка. Довольно-таки легко он настоял свой лайн. Вот так вот, да? Просто купил арканы. Молодец, красавчик. Ну и щиток. Ну, с Майлухи нету ничего. Есть четвертый левел. Что он будет делать четвертый левел? Мне известно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что творят парни? Ох! 900 сейчас голды, да? Смотрим. Сейчас откатится. 9 секунд. 900 голды. 900. 980. Ладно, 1000. Пускай будет... Не, 990. Ну, посмотрим. Ну что, что? Чего ты стесняешься? Откатилась же. И погнал. 990. Ну ладно, 1000. Пускай будет 1000. 1200, 1300. Да что творит этот парень, а? Истерически смеется. Да, криты сразу ПТ покупает. Еще 1000 сверху имеет у нас Клинкс. Ну, а с вами потихонечку фармит, фармит. Есть арканы, есть... Почему бы станом не пофармить, если когда есть арканы? Ну, была 1000, стало 1700. Ну, 900, ну, 800 голды буквально за сколько? Ну, за минуту. 800 голды за минуту. А чё бы и нет. Так, ну у лайфстиллера есть 2600. Не знаю. Хочется всё-таки увидеть какой-то безумный камбэк. Но как? Ой, хвост. По лезвию ножа гуляешь. Ну придут же. Ну что, ставится сентри. Смотрит, есть ли варды. Видят ли их команда Empire. Сейчас что-то будет. Ой, парни, сейчас что-то будет. Пак вылетает, да ладно! Скандал, ты что ж, как ты вовремя-то вылетел? Давайте быстренько пролистаем чатик. Так, чатик, чатик, что вы там... Меня зовут Гретель. Ох-ох, реклама включилась. Ай-яй-яй-яй. Так, вернулся, вернулся на скандал. Слава тебе, Господи, есть... Ух-ух-ух. Я же забыл прочекать у ребят, какие арты. Есть арканы... Есть смок, сентри, гантлетка и вайсбенд у нас на дайнге. Свен имеет арканы, брейсер, кольцо регена, вайсбенд, сентри и тпшечку. У пака же есть дагер, ПТ, вайсбенд и форстав плюс батла. Ну, про вот этого товарища вообще молчу. А тем временем гирокоптер нафармил Аквилу, Яшу, Фейзы и забрал Аегис. Ну, плюс, конечно, по дефолту вайсбенд. Ну вот сейчас будет драка. Сейчас будет драка, которая покажет, есть ли у Нави шанс. Врывается сразу у нас хвост, врывается на Фаника. Стягивает просто в пятерых, ультует у нас Пак, Свен, Стан.
Ой, как стягивает у нас Дарксир, отъезжает у нас Свен, отъезжает Бонич. Умирает только Венгар. 1 в 3. И сейчас еще отъедет у нас Пак. Есть у него фурстов. 1 в 4. Молодцы, Нави, могете, умеете, хвост. Красавчик, 3400. Давай, тащи, завози. Как с таким преимуществом? Ну, Бонич сразу просто отъехал по дефолту. Вот такой вот кумбэк. Вот это становится уже очень интересно. Ну и Клопа пытается забрать. Есть 2200. Чего у ребят по голде-то? Вот такой вот небольшой камбэк. Сразу появилась денежка у ребят. Итак, что у нас? 1300 пупей, 600 хвост. Что-то уже купил. 2300 у нас Клопа. 1100. Ну, Смайл, ты хоть ботинок взял себе? Сам ботинок. И без ботинка бегает. Нет, Сентри. Какой ботинок? Зачем ботинок? Есть свап. Зачем ботинок? Не нужен ботинок. Свапстан умер. Свапстан умер. Учись Смайла на эту игру. Ну что, и пока смотрим, смотрим, смотрим. Так, это Свен станами фармит, да? Да, да, стан фармит. Свен фармит станами. Ох-ох-ох-ох, как камбэк. Ребят, теперь главное не расслабляться, главное не умирать. Главное не умирать. Давайте, еще две драки. 2-3 драки. Вам нужно 2-3 драки. И все будет у вас хорошо. Что у нас? БКБ, БКБ, БКБ хочет у нас Клопа, есть 11 левел. Ох, что-то я нервничаю. Ну, Empire тоже что-то подрасслабились, так поотдались, понаддавались по одному. Ой, прочекли, прочекли. Тут Бонич сразу стан и вгрызся. В него просто хвост сбрил. Сразу же ставится стенка. Какая стяжка от ласта, хорош! -4. -4 еще Аегис. Есть Аегис у гирокоптера, Блава пытается уйти. Есть Мантастайл. Не-не, вцепился, вцепился. Замедлил и сейчас будет грызть. Купей, что ж ты делаешь? Не туда, не туда. И все-таки, ребят, размен 4 в 1. Выбили Аегис. Вот еще одна драка за Нави. Ту-ту-ру-ту-ту. Вот она. Вот она, коса смерти. Которая может... Ну, вернее, уже потихонечку меняет ход игры. Есть еще сверху 1200. Надо теперь как-то на хвосту в жир вкачаться. Не помешает вообще кираса. Следующим артефактом. Забирает он еще вышку и сразу вгрызается у нас в Пак. А Пак уходит в шифт. И все, все, уходить, уходить, бежать, отходить. Как-нибудь. Влезь кому-нибудь. Нет, 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 хвост умрет. Или не умрет. Нет, нет. Думал забудет армлет, не получилось у него. Это... Смайл, у Смайла ботиночек в тайнике, и это не может радовать. Не радовать. Свап умер. Ну, ну Смайл. За Венгу играть такая участь. Ходить, давать станы и умирать по КД. Так, ну надо ребятам переждать 30 секунд, пока вернется хвост в игру. Главное, чтобы сейчас Лина не умерла. Все-таки ее стан как-то, ее ультаку тоже как-то решает замесы. Ну, можно было сейчас ультануть в Пак, а шифт на КД был. В принципе, 300 КП забрал. Ну, нету, нету маны у Лины. А так бы у нас отъехал. Ну, что, ребята уже зашли на ХГ, для какие наглые. Результовываются у нас Свен, начинает ковырять вышку. Довольно-таки больно, откидывается арбами у нас Пак. Ой, как быстро падает та вышка. Падает у нас вышка. 4 секунды, 3 секунды до респа. Ставится стенка. Стан, ребята пытаются хотя бы как-то отпушить бараки. Хотя бы как-то. Убивай тамбу, убивай тамбу. Прилетает хвост. И все, все, все. Все, бараки целы. Хвост жив. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Ну что, ребята, пошли пушить ботом. А чё, крипы уже здесь, почему бы нет? Чё, есть мотостайл у Блавы. На это довольно-таки неприятно. Ну, просто в замесе... От просто... От третьего скилла будут умирать такие герои, как Венга и Лина. Ну что, цепляют? Мимо! Пупей, да что ж ты делаешь, прекрати.
Ну тяжело, тяжело попадать станами. Лины кастуются долго, рейндж не такой уж и большой. Купила на себе Ghost Staff, чтобы не умирать от третьего скилла в замесе. Ну, от третьего скилла гирокоптера. Какая же это эпичная игра. Ну и фармят, лиса фармят. Не хватает чуть-чуть, не хватает чуть-чуть у квапы, да, аганима. До БКБ всего лишь 400 голды ей нужно, ну уже буквально 300, переключает ПТ, как-то обузит. Ну вот зафармим вот этих крипов и в принципе готово, БКБ будет. Ну вот то, что гуляет, то, что хвост один гуляет, это как-то не очень. При том же еще и без вардов. Не видят они ничего. А тем временем Боня пушит топ. Побежали, побежали, побежали. Не поймали, не поймали, не поймали. Ну что, пока ребята разбегаются, пока что-то тут фармит. Найкс, прилетает гиперстоун. Ну да, это будет сразу же кираса. Ну что, найдешь ты этого товарища? Нет, нет, видит его Боня. Цепляет, цепляет, цепляет. Опять грызается у нас. Фаника, у Фаника выталкивает на форстаф или у него сама форстаф? Нет, нет, есть у своего на форстаф, спасает у Фаника. А то бы опять. А, ребята, тем временем пушат бот. Делается одно ТП, прилетает сюда Пупей, попадает с Саном в иллюзии, прилетает сюда Пак, ставится ультат, ставится Сава, ну... Ой-ой-ой, гол скепта, прилетает ракета, умирает у нас. Ой, гем, он был у Лины, потеряли, ребята, гем, поставила стенка, разлетовывается у нас гирокоптер, не попадает ни в кого. Пак уходит в шифт, будет его сейчас ковырять у нас хвост. Дарксир еле-еле уходит. И вот этот товарищ сейчас ну, получает у нас люлей. Просто еле-еле. Ай-яй-яй-яй, на развороте. Ай, хвост умирает. Нет. Просто посмотрите, просто какие лоу хпшные ребята. 4 в 1. Не смогли так все-таки спасти у нас хвоста. Если бы еще чуть-чуть как-то переобузил армец, смог бы еще раздать ребятам немало таких больнючих люлей, люляшчик. Но теперь надо 30 секунд как-то дефицит как-то ждать. Ну есть, есть шел, есть стяжка, есть там. Ну хорош, что ты мало-мало, 9 левел, не хватает дэмэджа у Лины, даже с ульты, чтобы забрать Пака. Ну наконец-то ты попал, все-таки гирокоптер манту раскалывается, гирокоптер забирает Лину, просто... Демонедж. МКБ. Вот это неприятно. Очень неприятно. Заметьте, это очень неприятно. Чувак просто будет стоять на РНЖ и просто поплевывать каких-то там крипов. А в это время будут харасить таких героев, как Винга и Лина. И ребята просто там с 4-5 отправятся по фонтану. Ну все, ребята отбежали, пропушили тауэр, не стали лезть на бараки, потому что все-таки... Ну, как-то не знаю. Ребята все-таки решили забрать этого пацана, а потом уже можно идти на лайн. Забань тут парочку, которые не могут сдерживаться. Кого? Кто у нас меня шарит в чатике? Дичь, дрочер, еще знаешь. ШКРМ. Сейчас. Сейчас. Так, ребят. Ой-ой-ой, пропустил, как забрали хвоста у нас на Рошане. Ай-яй-яй. Чатик, ну что ж вы делаете? За что ж вы там ругаетесь? Давайте жить дружно и просто смотрим за игрой Na'Vi против Empire. Ох, ребята, как... Ну, 3 секунды до респа Найкса. Начинает Бонни сразу нарезать у нас барак, забивает на все. Ставится стенка, разлютовывается у нас квапа. Ну, ребята, все фуловые, походу ни в кого не попало. Ну, сейчас у нас отъезжает у нас Винга. Ой-ой, как Найкс-то больно, грызется он с Вена сразу же. Сейчас будет еще нарезать у нас вертолету. Нет, нет, замедло, бешеное замедло. ГГВП.
ГГВП пишет, купей. Чуть-чуть не затерпели, на, и был небольшой камбэк, ну чуть-чуть не затерпели, слишком сложные артефакты. Ну что ж, ребят, победа команды Empire, БО 3, две победы, третьей игры не будет. Ну что ж, вот это экшен, вот эта игра, давно я такого не видел. Поздравляю, ребята, из команды Empire, ребят, красиво одержали, красивая реализация Боун Флетчера или Клинца. Ребят, спасибо, что смотрели. Вот, выложу в ближайшее время. Прямо сейчас завершу трансляцию. Да замолчи ты, господи, что ты со мной-то наравне трындишь, а? Как выключить? Замолчи! Замолчи! Балабол. Все, можно включить. А, ребят, ну, это были довольно-таки эпичные две игры. А вторая особенная. Ну что ж, спасибо, что смотрели. Ребят, воды добавлю сразу же. Сейчас начну вот закончить трансляцию и начну сразу добавлять воды. Ну что ж, с вами был Тиран. Найти меня можно на Good Game, на Tort.fm и на SK2TV. Пока транслирую свои стримы только на эти три сайта. И, кстати, ребята, большое спасибо Tort.fm за предоставленную возможность трансляций таких лиг, как The Defense 3 и Raid Call Dota 2 Лига второй сезон. Итак, ребят, с вами, я не прощаюсь, я говорю вам пока. Ну что, счастливо!